Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию 13 российских актеров по имени Артём. Имя Артём считается одним из самых популярных в мире. Известно два варианта его происхождения. От древнегреческого Артемиус, которое образовалось от имени покровительницы Луны и охоты Артемиды, и от слова Артемис, что означает «здравый, невредимый». У большинства Артемов они уверенные в себе, независимые, общительные. Лидерские качества у них как будто врожденные. Они легко и ненавязчиво подчиняют себе разных людей, а также без особых проблем добиваются поставленных задач и целей. Артемы не боятся ответственности. Интересная, очень редкая для нашей современности черта характера. Прибавьте к этому трудолюбие, страсть к новым знаниям, книгам, логическое мышление и интуицию. И на выходе мы получим следующий результат. Кем бы носитель имени Артём ни стал, врачом, предпринимателем, юристом, преподавателем, артистом, режиссером, его везде ждет успех. Проверим, так ли это на самом деле. В российской киноиндустрии Артёмов оказалось не так и мало. Кто-то из них уже забрался на самый верх карьерной лестницы. Кто-то еще, запыхавшись, бежит по ней вверх, догоняя своих успешных коллег. А кто-то только-только ступил на нее. Актеров по имени Артём мы разместим по возрасту от старшего к младшему и назовем самые популярные фильмы с участием малоизвестных. Артём Артемьев, 49 лет. Самые известные картины: «Служба доверия», «Татьянин день», «Борис Годунов», «Тонкая грань», «Преступная страсть», «Южные ночи» и многие другие. Артём Михалков, 46 лет. Москва. Его точно знают все. Артём Ткаченко, 38 лет, Калининград, тоже наш давний любимец. В его фильмографии огромное количество интересных работ. Артём Григорьев, 40 лет, город Ярославль, «Солдаты», «Отряд», «Метод Лавровой», «Братья Карамазовы», «СМЕРШ», «Маруся» и многие другие. Артём Осипов, 39 лет, город Саратов, очень популярный актер. Фильмы с ним не буду перечислять, потому что, думаю, многие их знают. Артём Алексеев, 39 лет, Москва. «Белый тигр», «Личная жизнь следователя Савельевой», «Семейное счастье», «Игроки», «Дорога на Берлин», «Последний янычар», «Екатерина, взлет», «Поездка к матери» и многие другие. Артём Карасёв, 38 лет, Ленинград, «Московская сага», «Перчатка Авроры», «Эра стрельца», «Дюжина правосудия», «Испанец», «Улетный экипаж» и многие другие. Артём Кочетов, 37 лет, Москва, «Верное средство», «Интерны», «Золотая клетка», «Версия», «По следу зверя», «Непара», «Волевой прием» и другие. Артём Волков, 36 лет, Москва, «Стройбатя», «Барвиха», «Умельцы», «Мамы», «Идеальный брак», «Склифосовский» и многие другие. Артём Лысков, 35 лет, Вологда, «Марина Роща», «Карпов», «Три звезды», «Сильнее судьбы», «Старшая сестра», «Измены» и другие. Артём Крылов, 32 года, Санкт-Петербург, «Исключение из правил», «Посредник», «Вольная грамота», «Одна жизнь на двоих», «Другая кровь», «Облепиховое лето», «Посредник», «Гражданская жена» и другие. Артём Губин, 29 лет, Лесной, «Любовь по-японски», «Каинова печать», «Склифосовский», «Триггер», «Молодежка», «Подольские курсанты» и другие. Артём Вершинин, 25 лет, Москва, «Бригада», роль маленького Вани, сына главных героев Саши Белого и его жены Ольги. «Штрафник», «Макаровы», «Осколки», «От ненависти до любви», «Скорая помощь», «Лев Яшин», «Вратарь моей мечты», «Ланцет» и другие. Это сын известной актрисы Натальи Антоновой от первого брака. Кстати, мама и сын очень часто играют в совместных проектах. Все Артёмы очень разные, талантливые, интересные, с вдумчивым взглядом. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, кто из представленных Антонов артистов вам нравится больше всего.
Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, успехов, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока.